надоело терпеть бездействие Генеральной прокуратуры Узбекистана, потому что людей подвергают пыткам, люди незаконно содержатся во время следствия, содержатся в условиях инкоммуникада, то есть полностью изоляции, подвергаются пыткам. И сейчас два таких ярких случая. Это Ачилова Рахима, которая сейчас в тяжелом состоянии здоровья, содержится в ГУВД в следственном изоляторе, в лазарете. У нее с сердцем плохо, без никаких оснований ее закрыли, следователь. Сегодня, со вчерашнего дня, объявил голодовку предприниматель Джахангир Умаров. Суд идет полностью с нарушениями процессуальных норм. Этого человека подвергали пыткам. На свидетелей сейчас оказывают давление. Меня, как правозащитницу и наблюдателя, не допускают в суд. Уже два дня он держит голодовку. Сегодня мы будем требовать немедленного освобождения Джахангира Умарова, Рахимы Ачиловой. Не знаю, как там те люди, но такого больше терпеть невозможно. Я хочу просто привести вот это вот документы международного права. Это пособие по правам человека для судей, прокуроров. Но, к сожалению, наши судьи Узбекистана и прокуроры не знают вот этих международных документов, ничего не читают.